Наиболее распространенным психическим расстройством является депрессия. По некоторым оценкам, в мире от нее страдает свыше 300 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, после 40 лет диагноз депрессия ставится каждому десятому. А у людей, перешагнувших 65-летний рубеж, это расстройство встречается в 3 раза чаще. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Подавленное настроение и утрата способности переживать радость, отрицательные суждения и пессимизм, апатия и необъяснимая тревога, недовольство собой и окружающими, физический дискомфорт и боли, нарушение сна и аппетита – все эти симптомы являются ликами депрессии, одного из наиболее распространенных психических расстройств. Постоянное недовольство своей жизнью, своим жизненным уровнем. Депрессия коварна подспудным течением и необратимыми осложнениями. На первый взгляд человек не меняется. Он по-прежнему ходит на работу, предается повседневным хлопотам. Однако при этом больной постоянно находится один на один с недугом. Самыми такими грозными осложнениями депрессии могут быть алкоголизм, наркомания. То есть человек пытается таким образом как-то себе настроение поднять искусственным путем обманным. И суицидальное поведение. У прекрасной половины депрессия встречается в 3 раза чаще, нежели у сильной. У женщин более ярко выражены эмоциональные симптомы. Однако расстройства мужчин тяжелее поддаются психотерапевтической коррекции. Как показывает жизнь, к психиатрам пациенты обращаются лишь тогда, когда расстройство запущено. И лечить его гораздо сложнее. Есть у нашего населения предрассудок такой, что если пойти к психиатру, то все, на тебе клеймо уже психически больного человека. И они, как правило, ходят вот в поликлинику, в общесоматическую сеть. Терапевты начинают их обследовать, брать анализы, ничего не находят, и потом уже отправляют к психиатрам. Только тогда пациенты до нас добираются. Лечение депрессивных расстройств длительно, оно занимает до полугода. Помимо медицинских препаратов, пациентам назначается психотерапия. Необходимо сформировать позитивный жизненный настрой, чтобы человек самостоятельно вышел из состояния потерянности и отчаяния. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.